Всем привет! На связи Экосплей, и мы продолжаем цивилизацию. Так, мы в прошлый раз остановились на том, что открыли Северную Америку, и продолжим ее исследование. Пока у нас здесь только побережье открыто. Так, а здесь на нас уже наступают орды дикарей. Так, беспорядки Византии. Давайте усилим охрану. Базар пока подождет. Так, в другом нашем городе построился базар. Охраны здесь достаточно. Поэтому пока больше ничего строить не будем. Продолжим исследовать побережье на нашей лодочке. И здесь тоже. Волнение масс. Ну что ж. Эти продолжают мучиться. Так, в нашей империи 4 миллиона жителей. Неплохо. Сейчас хотя бы больше не возникает проблем с финансированием. А, стоп. Мы, конечно, зря сделали. Ну ладно. В следующий раз вернем его обратно. Палангу в этой городе мы оставим. А пока построим. Ну, построим пока базар. Здесь на нас наступают дикари. Да, вот зря. Я вывел отряд из города. Беспорядки возобновились. Ну, здесь строить еще один отряд мы не будем. А построим. Казармы построим. И вернем наш легион обратно. Так, вот мы уже видим обработанные земли наших соседей. Давайте высадимся и посмотрим. Вот так. Так, ну, собственно говоря, вот они, ацтеки. Здесь нас продолжают, да, окружать. Давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. Ну, построить, допустим, рыцарей. Они нам помогут быстро разобраться с этими ордами. Этих мы оставим в городе. Главное далеко не отплывать от берега, иначе галера наша потеряется. Так, здесь у нас построился легион. И будем строить базар. А этих оставим в городе. Так, вот еще один город. Здесь мы продолжим просто двигаться. Нас продолжают атаковать дикари.
Еще один базар готов. Строим. Ну, ничего пока строить не будем. Будем копить очки. А здесь мы ударим по главарю. Отлично. И будем ждать. Удивительно, что вот этот секрет до сих пор не взят никем. Эти продолжают мучиться. Давайте догоним главаря дикарей. Здесь продолжим исследовать. Продолжим двигаться вдоль берега. Этого нам необходимо все-таки догнать. Есть ли города на севере? Или по всему в Южной Америке тоже уже есть города ацтеков. Так, а с кем они там? С кем они там соседствуют, интересно? Ну, опять же, уровень нашей цивилизации даже не дошел до половины. Печально. Но, судя по всему, на севере Северной Америки городов или нет, или их очень мало. Так, товарищ главарь куда-то потерялся. Так, здесь мы больше рыцарей строить не будем. А построим лучший амбар. Попытаемся все-таки его найти. Так, здесь мы уже практически обогнули континент по кругу. В сравнении с Евразией он достаточно маленький. Куда ж делся главарь? Эти господа мне уже достаточно надоели. Я думаю, против них надо выслать отряд. Так, в этом городе мы пока строить ничего не будем. Откопим очки. Так, здесь фаланга строится. Следующий построим рыцарей. Так, здесь продолжим исследовать Южную Америку. Здесь продолжается тусовка. Мы наконец открыли мостостроение. Наконец-то более-менее вменяемый текст, из которого даже можно что-то понять. И теперь мы сможем строить железную дорогу. Но нужен еще паровой двигатель для этого. Давайте исследовать республику. Еще один базар готов. Дальше будем строить. Нет, дальше мы подкопим очков. Так-то у нас вроде все хорошо. А эту фалангу мы отправим навстречу к дикарям. И нам снова предлагают расширить наш дворец. Давайте левое крыло увеличим.
и очередной отряд дикарей. Давайте здесь возвращать наш отряд. Продолжим исследование берега. Пока что мы встретили только один крупный город. И сводка по цивилизации. Против нас действуют ацтеки и вавилоняне. То есть мы встретили вавилонян. Зеленый город — это все-таки Вавилон. Вот и ацтеки. Значит, они так соседствуют. В Южной Америке ацтеки, в Северной Америке Вавилон. Здесь, я думаю, уже нет смысла куда-то двигаться, просто остановим его. Здесь тоже подождем. Так, мы достигли Антарктиды снизу. Еще один город. Достаточно большой мегаполис в сравнении с моими городами. В Византии у нас созданы казармы. Я думаю, теперь там с порядком будет все получше. И давайте развивать город в этом направлении. Так, еще один секрет. Сейчас мы его откроем. Еще один город. Амбар готов. Строить пока ничего не будем. А лучше захватим. Да. Так, я думаю, надо построить уже еще одну галеру и потихоньку переправлять наши войска на эти два континента. Здесь мы нашли еще одно золото. Здесь продолжаем двигаться вдоль берега. Этой галерой мы будем двигаться навстречу. Тут на нас наступают дикари. Нам это не страшно. Галера готова. Давайте погрузим в нее еще кого-нибудь. Этих товарищей вернем в город, а этих посадим на галеру. Наши корабли уже практически встретились. Так, надо догнать этого главаря дикарей. Ну, скорее всего, мы его не сможем догнать, но построим отряд рыцарей. Хотя, где-то же должен тут быть. Нет, слишком далеко. Продолжим наше движение. И мы можем уже строить дополнительные отряды, которые мы будем отправлять на другой континент. Везде запустим строительство этих отрядов.
ближайших городах. И вот наконец-то наши галеры встретились. Здесь мы можем высадить наших легионеров и отправить галеры обратно за войсками. А в это время наши ученые открыли республику. Снова не меняемый текст.